Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала «Экзегет». И на портал поступил такой вопрос. Как правильно читать Библию? Ну, прежде всего, надо понимать, что Библия — это не обычное человеческое сочинение, пусть даже и очень мастерское, гениальное, это слово Божие. Верующие люди называют текст Библии Богодухновенным. Можно сказать, что у каждой библейской книги, как мы понимаем, Библия это сборник книг, так вот у каждой книги есть два автора. Это тот святой, пророк, евангелист, тот человеческий автор, который писал эту книгу с одной стороны, и Дух Божий, Дух Господень с другой стороны. В соавторстве написана каждая библейская книга. И поэтому, приступая к чтению Библии, надо, конечно, помолиться сначала. Существуют специальные молитвы перед чтением Священного Писания. Можно своими словами помолиться, попросить Господа, чтобы Он очистил ум и сердце, чтобы Он дал Правильное понимание вот этого Слова Божье, которое к нам обращено через Библию. Когда мы читаем Библию, когда мы открываем любую библейскую книгу, это Бог обращается к нам. И именно Бог может сделать нас такими, чтобы мы понимали, что мы читаем. Когда произошли страшные события, описанные в Евангелии, когда распяли Господа Иисуса Христа на кресте, а потом он воскрес во славе. Два ученика шли в деревеньку, которая находилась не очень далеко от Иерусалима, и по дороге обсуждали между собой то, что произошло, распятие Господа и слухи о том, что Он воскрес. И вот сам Господь шел рядом с ними, и они стали обсуждать вот предмет своей беседы с Ним. Они его не узнали сначала, и он им сказал, а вы разве не читали в Писаниях, что так и должно было произойти, что Христос для этого должен прийти на землю, чтобы пострадать, умереть и воскреснуть во славе? И вот Евангелист Лука очень интересно пишет об этом, что вот тогда, когда Господь стал об этом с ними говорить, Он отверз им ум к разумению Писаний. Конечно, они читали, но они не понимали, о чем говорили древние пророки. А вот теперь, когда Господь открыл им ум, идя рядом с ними в Эмаус, они поняли. И вот когда мы приступаем к чтению Священного Писания, очень важно помолиться и просить, чтобы Господь отверст наш ум, чтобы мы понимали не поверхностный даже смысл, не только то, что вот и так более-менее понятно, а то глубину, которая есть в каждом Слове Божьем. Поскольку сами мы не всегда так умеем то есть святоотеческие толкования. Кто такие святые отцы? Это те люди, у которых как раз Господь просвещал ум, которые не просто читали таким любопытствующим взглядом Священное Писание, а которые действительно действием благодати Божией ощущали вот тот свет, ту правду Божью, которая содержится в библейском слове, и толковали для нас Священное Писание. Вот очень обращ... полезно обращаться к светотическим толкованиям. Апостол Петр пишет в своем послании, это второе послание апостола Петра, первая глава. «Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Вот оказывается, как нам мы должны читать Писание, как к св... обращаться к нему как к светильнику. Мы очень часто вот как будто в темноте живем, как будто мы слепы, не знаем, как нам поступить, куда шагнуть, что сделать. А вот священное Писание — это тот светильник, который может осветить нас жизненный путь. И как мы должны читать, продолжает апостол Петр, мы должны знать прежде всего то, что никакого пророчества в Писании Нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот именно об этом, о Богу духновенности Священного Писания говорит апостол Петр Авторы Священного Писания, вот пророки, евангелисты они не сами от себя говорили, они были движимы Духом Святым. И чтобы вот правильно понять, мы тоже должны быть в Духе Святом. Вот так нужно читать Писание, зная, что это Слово Божие, помолившись, сосредоточившись. И поскольку вот сами мы не умеем пребывать в Духе, то обращаясь к толкованиям святых отцов, священников и прося самого Господа, чтобы Господь отверз наши умы, так как когда-то Он отверз умы спутников, идущих из Иерусалима в Маус. Это видео мы записывали для библейского портала execute like